Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Тальбия Тур предлагает вот вашему вниманию. Мы взяли два номера сейчас в Свис-отеле. Свис-отель Мекка напротив мечети Аль-Харам. Так, взяли вот два номера. Это семья у нас. 39 этаж, 32 комната. 39 этаж, 33 комната. Итак, мы сейчас проследуем в сторону этих комнат, проверим. Итак, нужно сначала подняться на этаж 39 и далее следуем по графику. Так, нажимаем на лифт, вызываем лифт наверх. Так, пожалуйста, здесь можно руки протирать, антибактерии. Так, смотрим, какой вызывает. Ага, вот этот, если свет загорелся, значит, туда поднимаемся. Поднимаемся, вот, подходим к этому, P7. Так, смотрим. Свис-отель, Мекка. Отель, Свис-отель. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Альхамдулилля. Раша. Раша? Айва. Серьезно? Айва. Ага, как дела? А ты? Меня Ливия. Ливия? Меня Ливин Казахстан. Казахстан. 9 год. Азербайджан 5 год. Уф. 5 лет. 5 лет, да. Приехали на умру? Да. Машаллах. I am from Libya. Вы from Libya. А, вы из Ливии? Да. Нет, не был там. Ты знаешь? Нет, не знаю. Ливия, когда? Да, да, да. Соседи Египта. Да. Рядом Тунисия. Да. Египта. То есть по-русски вы в Азербайджане научились разговаривать? Казахстан. В Казахстане научились по-русски? Да. Маш. Как зовут вас? Мухаммед. Мухаммад. Да. Меня зовут Нур. Нур, о, машаллах. На умру приехали, да? Да. Семья? Что? Биля айля? Да. Монзу заман? Что? Гуна. Нет, 10 дней. О, уже 10 дней, волосы, потому что волосы длинные уже. До свидания. Давай, Мухаммад. Так, 39 этаж, поднимаемся на 39. 25. Так, тут завтрак, ну как, не так фаст? Смотрим, 32 наш, этаж 39. Наш этаж 39. Здесь вообще интересная нумерация. 1, 2, 3, 1, 2, потом 22. То есть он пролетает, основные этажи он пролетает. Так, P8 это у нас, конечно, здесь ресторан. На P8, P8 ресторан. Так, 37, еще не наш. Следующий этаж наш. Так, 39, это наш. Бисмилля, ключ. А, уже ключ здесь имеется один. Так что не надо. Так, ключи здесь оставляем, да? 33-й. 32-й попозже посмотрим. Так, что здесь есть? Чайник есть. Чай. Чай, сахар. Чай зеленый, чай черный. Ага, вода. Потом здесь холодильник.
Холодильник есть. Интересно, как открывается. Ага, все, поняли. Холодильник рабочий. Так, здесь сейф. Сейф. Далее. Так, это ладно, понятно. Вот здесь пакет для белья. Складывать, если в прачечную сдавать. Здесь стаканы. Так, стаканы. Понятно. Здесь все понятно. Так, здесь далее что у нас? Туалет, санузел. И что хорошо, туалет и душевая есть. И у душевой есть отдельная дверь. Это очень прекрасно, что человек может зайти в душевую, закрыться там. В душевой спокойно зайти сюда. И что? Закрылся, моется, никому не мешает. А другой человек может спокойно садить туалет. Потом вот это еще вот интересная штука. Во многих отелях отсутствует, но когда кто-то там хочет высушить свои вещи, он натягивает вот эту вот веревку, сюда, и все, уже вот здесь у тебя уже можешь повесить, сушиться какие-то вещи свои. Хорошо, есть. Так, душ. Вот это все работает. Так, здесь мыло, шампунь, конечно, в большом количестве. Шапочка для волос, чтобы волосы не мочить, одеваешь шапочку. Потом здесь мыло. Хорошо, здесь можно сидеть, мыться, натираться. Ну, вот такая вот комната. Так, здесь туалетная бумага имеется. Так, вот здесь для ног, пожалуйста, для лица полотенце, но это не сушилка. Так, здесь вообще четко, туалет сам, унитаз, потом полотенце для ног, потом что есть у нас? Крем хороший, после бритья, потом здесь еще что-то, вот здесь, пожалуйста, бритвенный набор. Зубная щетка. В общем, отлично. Потом у нас розетка здесь есть. Все хорошо. Так, зеркало. Зеркало. Так, ну вот и все. Ну и фен для волос. Кто использует, пожалуйста. Пользуйтесь на здоровье. Так, в принципе, все здесь. Это вот у нас, конечно, кондиционер. Здесь на 22 поставлено. 22. Это уже регулируется. Далее мы заходим сюда. Здесь микрофон, динамики, если азан, слышать. Так, вот здесь что это такое красное, интересное? Свет какой-то. А что это такое может быть? Уважаемые подписчики, подскажите, что это может быть такое, а? Красный свет, а? Может быть это какой-нибудь лазер? Может быть, это что-то такое? Ну, что это за свет, интересно? Или это ночной свет? Ночной светильник? Скорее всего, когда человек спит, включает просто вот этот свет, горит у него. Ну, хорошо, мы сейчас зайдем в комнату. Так, как вы видите, здесь ковер. Красиво, чисто. Здесь вот комната еще идет. Тем более, 32-я комната это там. Хорошо было бы, конечно, если бы она была открытой, свой отдельный вход. Так, итак, мы попали в комнату. Спальня. Ну, здесь, конечно, халат. Халат и два халата. Тапочки. Машалла. Так, все, подсветка есть. Подушки. Потом здесь, ну, гладильная доска, это само собой разумеется в пятизвездочном отеле. Ну и утюг. Поэтому с собой не возите утюги, потому что некоторые братья привозят с собой утюги. Мы же советуем лучше не возить, потому что если вы живете в таких отелях, там, во-первых, вам запретят пользоваться своими утюгами, китайскими или еще какими-нибудь там, мало ли что-нибудь сделать. Лучше пользоваться утюгами отеля. Понятно, да? Лучше пользоваться утюгами отеля. Так, вот этот светильник, что это такое? Где он у него тут загорается, а? Где у него огонь горит? Не вижу пока. Ну хорошо, посмотрим. Далее. Так,
Все понятно. Далее здесь у нас шкафы, полочки. Но это не интересует. Так, телефон. Вот здесь телефон. Комната. И вот здесь сразу написан уже человек, который будет заселяться сюда. То есть здесь уже написана фамилия. Рашид Арсаев. То есть это хозяин, на которого забронирован был номер. Понятно. Все. Отлично. То есть 39 этаж, 33 комната. Хорошо. Хорошо. Здесь блокнот, пожалуйста, писать, записывать свои мысли шальные. Так. Здесь, конечно, вся история. Что за отель, что представляет собой. Здесь, ну, красивый такой альбомчик. Хадамат Торфея Фильгуров. Понятно, какие хадаматы предоставляет отель. Ну, в общем, кто хочет ознакомиться. Так, стол, стул. То есть здесь можно сидеть. Отлично, отлично, отлично. Здесь еще полка. То же самое блокнот, то же самое телефон. Так, свет выключается, включается. Интересно. Так, вот это. А где же включается вот этот светильник, а? А, вот. Этот светильник. Походу включается тут. Так. Ага, все, теперь разобрал я. То есть здесь надо включить. Все хорошо. Так, отключаем. Так, вот здесь обязательно должен быть мусхов. Да, это есть. Два мусхов причем. По-турецки тафсир. Еще на каком-то языке. Понятно. Хорошо. Итак, сама комната. Комната просторная, как вы видите. Просторно, красиво, телевизор, картины. Но самое главное, это что я хотел сказать, что у нас с видом на Каабу, так ведь? С видом на Каабу, поэтому вот здесь мечеть Аль-Харам, Мекка, Кааба, Аль-Хамдулилля, окно. И так вы здесь можете даже увидеть все. Здесь можно все увидеть. Здесь вид. Вид тоже красивый. На гору. Это вон там самая большая гора. Самая большая гора, где Министерство по хаджу держит свои эти сервера, офисы. То есть связь у них тут, интернет. Вон там вдалеке вот гора. Вот гора, вон та гора Джабаль-Нур называется. Джабаль-Нур. Где пещера, где пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям встречался с Джибрилем, приходило к нему откровение. То есть вот здесь мы. Здесь улица Аджьят. Улица Аджьят. В общем, вот такая история. Итак, мечеть Аль-Харам есть, видно. Комнату мы запечатлели. Стул, столик. Все отлично. Светильник. Отлично. Мы продолжаем дальше. Идем в другую комнату. Проверяем ее. То же самое перед тем, как заедут наши паломники. Проверяем. И все. Встречаем наших паломников и заселяем. То есть для чего мы это делаем? Для того, чтобы вдруг какие-то бывают недочеты, косяки. Это нужно заранее уже все проверить и подготовить. Чайник интересный какой.